мы продолжаем рассказывать вам о выставке, которая с огромным успехом проходит в Пушкинском музее. Выставка «Прерафаэлитов. Викторианский авангард». Прерафаэлиты уделяли достаточно большое внимание пейзажу. И надо сказать, что они внесли достаточно много нового. Они обратились более пристально, прежде всего, к родной природе, к окружающему их миру. И, наверное, сумели увидеть его и поэтическим миром, но вместе с тем в большей мере приблизить его к реальности. Из этих художников, которые работали в этом жанре, что вам, Анна Владимировна, кажется наиболее таким, ну, я бы сказала, авангардным с точки зрения развития этого жанра в искусстве середины и второй половины XIX века? Этот жанр вообще развивался у прерафаэлитов очень интересно и необычно, потому что у ключевых таких прерафаэлитов, как Мелис или Хант, пейзаж играл большую роль, очень важную роль, или они писали его с натуры, на пленэре, но он всегда был обрамлением какой-то исторической сцены, какой-то центральной фигурной композиции. В то же время, в 50-е годы XIX века, такие художники, как Дайс, Коллинз, Инчбольд, которые сами по себе не были членами братства, но они под влиянием, под впечатлением от прерафаэлитов создали несколько работ в жанре пейзажа, очень-очень близких по стилистике именно работам прерафаэлитов. Например, Коллинз – это был такой молодой художник, который просто искренне восхищался Мелисом и совершал с ним различные прогулки в парках, в частности, в Риджем-парке. И на краю Риджем-парка был домик родителей Коллинза. И они совершали такие прогулки, потом шли к матери художника молодого, которая их неизменно поила, естественно, чаем, как это принято в Великобритании. И в какой-то момент под влиянием Мелиса Коллинз написал замечательный и очень прерафаэлитский по духу пейзаж «Май в Риджем-парке». Это просто вид из окон его дома. Но очень интересно, что при том, что вид это очень гармоничный и очень цельный, он практически лишен фигур. На самом деле он довольно сложно построен, потому что первый план написан из окон первого этажа, а дальний план из окон второго. И это очень интересное совмещение. Вот, насколько я знаю, во французской живописи такими вещами занимался уже Сезанн. Конечно, это совершенно другая эстетика, очень далекая от Сезанна, но тяга к экспериментам, она все-таки жила в британской школе уже в середине XIX века. Мы обратили внимание на то, что вот эти пейзажные все работы, они, ну, в основном, они меньше по размеру. Все-таки это носит характер такой более интимный какой-то живописи, не правда ли? Безусловно. Да. Но, помимо всего прочего, они небольшие, потому что они созданы на пленэре, и они зато целиком пленэрные. Другое совершенно впечатление и другое видение природы нам предлагает Дайс в картине «Залив Пигвелл» в Кенте 5 октября 1858 года. Да. Не случайно так точно проставлена дата, потому что известно, что в это время в небе была видна комета Донати, которая подошла очень близко к Земле. И он пишет пейзаж, очень странный такой по освещению, потому что это белесое небо. И внизу люди, на самом деле это члены семьи художников, которые собирают раковины, собирают какие-то растения. Все это происходит на фоне таких меловых скал. Картина писалась в Кенте. И вот эти меловые утесы – это тоже очень специфические горные породы, которые характерны именно только для небольшой части Британии. То есть это гимн естественной науки. И известно же, что в середине 19-го столетия британцы очень интересовались естественными науками, биологией, ботаникой. И в то же время для Дайса природа и все это созданное – это прежде всего божественное мироздание. То есть это такой некий конфликт действительности, интереса к каким-то реалиям и духовных каких-то поисках в человека. Да, вот эта линия, она сильна во всем искусстве прерафаэлитов и вообще английского искусства этого времени, безусловно. На выставке у нас целый зал посвящен искусству акварели. И он смотрится очень интересно.
Там очень много работ ведущего художника прерафаэлита Россетти и других мастеров. Они любопытно работали в акварели, даже технически не совсем обычным. Это действительно важнейший раздел на выставке. И центральной его фигурой является Данте Габриэль Россетти, который был человеком очень одаренным. Он был сыном итальянского переводчика. В его семье все боготворили Данте. И не случайно его, даже когда он родился, назвали Габриэль Данте Россетти, а позже он поменял местами Данте, эти названия. Габриэль. Стал называться Данте Габриэль. Да. И он занимался не только живописью, он очень известен как поэт и автор множества прекрасных сонетов. И в какой-то момент, в середине 50-х годов, он решил, что он живопись оставит вообще и будет заниматься литературой. Но поскольку не заниматься изобразительным искусством совсем он не мог, то он стал писать акварели, очень близкие к литературным сюжетам, к своим сонетам. Еще маленькие, по размеру, да, очень небольшие. И в это же время к нему примыкают новые художники, молодые художники. Это прежде всего Эдвард Берн-Джонс и Уильям Моррис, которые были студентами оксфордскими. И увидев именно акварели Россетти, они решили изменить свою судьбу, примкнули к нему и начали заниматься изобразительным искусством. До этого, если я не ошибаюсь, они изучили богословие. И это такие, поэтому, очень важные программные работы. И именно в это время Россетти очень увлекся темой Данте. И не случайно здесь представлена одна вещь, которая называется «Сон Данте». Сюжет такой, что Данте был сильно болен, и он заснул, и ему приснился сон, что с ним-то все в порядке, но Беатрича умерла. И это вот программная для Россетти вещь, когда появляется образ Беатричи, который уже в конце 50-х, в начале 60-х годов будет ключевым образом для творчества Россетти. Другая работа Россетти очень известная – это «Святой Георгий и принцесса Сабра». Тоже поэтическое переложение известной баллады о том, как Святой Георгий спас дочь египетского царя, отрубив голову дракону. И, конечно, эта картина, она написана для акварели очень плотными красками. Она скорее напоминает такой драгоценный ларец. Да. Она совершенно там… Что он прибавлял там в акварель? Что она такая у него… Но вот некоторые художники этого круга, они делали несколько слоев. Иногда они добавляли гумиарабик, который уплотнял это все. Да, и помимо всего прочего, она заполнена всевозможными аксессуарами, различными орнаментами. И это очень важно, потому что видно, что Россетти готовится к новому этапу своему творчеству, который будет представлять своеобразный отход от исключительно жанровой живописи к более эстетическим поискам в области цвета, в области каких-то орнаментальных сопоставлений, которые найдут свое развитие уже в искусстве 60-х годов. Здесь же в этом же разделе уникальна возможность посмотреть акварели Элизабет Сидл, которая была не только моделью, и моделью, в частности, для знаменитой Офелии Миллиса, но она и сама начала заниматься акварелью, делала очень большие успехи, и Рёскин очень ее хвалил. И у нее есть небольшие акварели «Сэр Патрик Спенс». Это такая романтическая баллада про то, как моряки отправились в Данию, и на обратном пути их настиг шторм, все погибли, и изображены женщины, которые на высоком берегу стоят и ждут возвращения своих там мужей и братьев. Она нам дает очень такую женскую интерпретацию тех же литературных сюжетов. И вообще в ее акварелях женщины играют очень большую роль. И сам факт, что вот уже в середине 19-го столетия женщина смогла стать самостоятельной художницей, он тоже очень важен. И, конечно, это очень все укладывается в концепцию прерафаэлитов как викторианского авангарда. Помимо всего прочего, она была все-таки очень красивой женщиной. Да, она была очень красивой женщиной. Да. Но она, к сожалению, довольно рано умерла от несчастного случая. Да, и с этим связано тоже. Она в конце 50-х годов, она же стала супругой Данте Габриэля Россетти. Да, да. И когда она умерла, Россетти долго не... Просто это был огромный для него удар. И он был настолько потрясен, что когда он хоронил свою жену, он в могилу, в гроб положил ей томик своих стихов. Но спустя несколько лет, более чем десятилетие, он решил, что этот томик надо достать. И с большим трудом добились эксгумации. Он достал эти стихи, опубликовал. И, естественно, это пользовалось сногсшибательным успехом. Сама история. Потому что история была чрезвычайно романтичной.
Ну, вообще, они много придумывали, да, вокруг самого процесса художественного. В принципе, вообще-то, да, вот это само позиционирование, взаимоотношения с публикой. Умение выстроить какую-то концепцию своего творчества, развития, подать себя так, чтобы тебя поняли правильно, это, конечно, абсолютно такие для того времени авангардные решения. Какие-то решения, безусловно. В разделе поэтической живописи у нас впервые появляется тоже очень важная фигура для нашей выставки, для движения прерафаэлитов. Это Эдвард Берн-Джонс. Тогда еще совсем молодой человек, который примкнул к Россетти и тоже начал заниматься акварелью. И он создал две замечательные акварели: «Сидония фон Бьорк» и «Клара фон Бьорк». Это тоже иллюстрация к готическому роману про ведьму Сидонию, которая изводила невинную Клару. И Клара не случайно показана с маленькими птенцами, которых она закрывает от кошки, злой символ черной кошки. Это голуби у нее. Символ невинности. Она изображена с очень таким кротким лицом. Это будущая жена Берн-Джонса, Джорджианна. И ей противостоит ведьма Сидония, которая дана как роковая женщина. У нее платье, покрытое интересным очень орнаментом. Но если мы приблизимся, мы увидим, что это извивающиеся змеи живые, потому что она ведьма. И, конечно, Берн-Джонс уже на этом раннем этапе как раз очень сильно экспериментировал с методами, с техникой рисунка, с техникой живописью. И его акварели, конечно, очень не похожи на акварели, особенно если мы вспомним классическую британскую акварель Тёрнера, нежную, прозрачную. Конечно. Его акварели имитируют иногда даже не живопись, а просто эмали, потому что они переливаются и очень насыщенным цветом. Но это две очень красивые работы. Да, и они очень важны для Берн-Джонса, для его становления. Mm-hmm. Переходим к следующему очень важному разделу. Его назвали «Красота». Эта тема очень сильно звучит у прерафаэлитов. И, надо сказать, это то, к чему очень восприимчива публика. На выставке ко мне подошли женщины и сказали: «Это то, что мы любим, это то, что нам нравится». Это очень... Такие слова обычно на выставках не говорят. Конечно, это относится вот к этим великолепным женским образам, которым прерафаэлиты отдавали очень много внимания, используя как модели своих возлюбленных, своих жен. Это новый этап, который, в принципе, мы называем это, и британцы называют это прерафаэлитами, но, строго говоря, это уже не было движением прерафаэлитов, потому что, прежде всего, это оно характеризует увлечение художников уже, наоборот, поздним венецианским ренессансом, прежде всего, Тицианом. Да. И они отходят от вот этого раннего метода изображения фигур на светлом фоне. Они возвращаются к тональной живописи. Они берут центральный женский образ, окружая его роскошными аксессуарами. Это уже не какая-то тщательно продуманная жанровая сцена. Это скорее некий женский общий такой персонаж, который часто привязан... Даже идеал, можно сказать. Какой-то полумифической легенде, иногда частично придуманной самим автором. Это очень важный поворот для искусства XIX века, потому что искусство XIX века, оно всегда привязано к сюжетной основе, то есть вплоть до импрессионистов. И в данном случае прерафаэлиты, точнее художники круга Россетти, начинают проводить в жизнь такую идею, что изображение, эстетические качества художественного произведения, они самодостаточны и способны на самостоятельное существование. Картина не обязательно должна быть зеркалом мира. Она может быть просто объектом, доставляющим эстетическое наслаждение. И поэтому нас не должно интересовать глубоко, кто эти люди, что они делают, зачем они нарисованы. Важно, как они изображены, как подобраны цвета. И это важнейшая революция в искусстве XIX века. И, создавая такие женские, очень чувственные образы, Россетти шел вразрез, безусловно, с викторианской моралью. Да. Я думаю, что таким центральным образом, наверное, является Прозерпина. Россетти. Образ героини послужила Джейн Моррис, жена Уильяма Морриса. Прозерпина – это жена Плутона, бога подземного царства, согласно римской мифологии. Она живет двойной жизнью. Да. Полгода она живет на земле, полгода под землей. И вот опять же, романтическая очень судьба, которая в данном случае Россетти была еще очень близка, потому что он сам был влюблен в Джейн Моррис.
И, видимо, ее положение, учитывая, что она была замужней женщиной, было тоже, она как бы существовала в двух таких мирах между этими двумя крупнейшими художниками. Да. И, конечно, этот образ был ему очень близок. Не случайно Россетти писал Джейн в образе Прозерпины около 8 раз. Известная картина «Возлюбленная», которая невеста. Для нее позировала Мари Форд. И Россетти сначала, у нее была идея написать какую-то картину, посвященную Беатриче. Но Мари Форд обладала настолько яркой, чувственной внешностью, что после «Элизабет Сидл» он просто не мог изобразить ее в этой роли. И поэтому он выбрал название «Возлюбленная», отсылающее нас к «Песне песней». И формально это девушки-служанки, открывающие с невесты покрывало, ведущие ее к жениху. Но на самом деле основной целью Россетти было собрать целое соцветие красивых девушек. Не случайно он говорил, что он хотел бы, чтобы эта картина переливалась, как сияние драгоценных камней. Женская красота в сочетании с богатыми экзотическими аксессуарами. Но и в центре этой красоты типичная британская красавица, рыжеволосая, которая окружена различными женщинами. И даже на первом плане есть чернокожая девочка, что, конечно, было большой экзотикой тогда, но, опять же, как сказал Россетти, в коллекции таких драгоценных камней Гагат будет бесценен. На выставке есть картина художника Ханта, но она сделана еще в 60-х годах. Дольче фарньенте, то есть сладостное ничего не деланье. Это вот это одна из первых, наверное, картин такого типа, женских образов. Да, и это совершенно удивительная история, потому что когда Россетти написал первые такие женские картины, Хант, как человек религиозный, он был очень возмущенный. И он писал своим коллегам, что как же Россетти, который писал такие возвышенные религиозные сцены, может писать таких откровенных, наполненных, как он выражался, животной страстью особ. Но, тем не менее, со временем он не выдержал, потому что настолько большое искушение для художника написать красивую женщину, что он тоже исполнил такую фигуру в такой же как бы иконографии новой, но он позволил себе внести некоторые важные акценты. Например, у нее на пальце обручальное кольцо, свидетельствующее о том, что это не роковая красавица, а все же достойная добродетельная особа. Хант неоднократно возвращался к этой картине. Дело в том, что сначала он писал ее со своей моделью Анни Миллер, которая неизменно фигурирует во всех его ранних работах. Но после расставания с Анни Миллер Хант был помолвлен со своей будущей женой Фанни Во и переписал лицо этой женщины, придав ей уже черты своей новой пассии. На выставке показан относительно небольшой по количеству экспонатов, но, как мне кажется, очень важный и очень интересный раздел декоративно-прикладного искусства. Потому что прерафаэлиты придавали огромное значение этому жанру искусства, были им очень увлечены. Мы можем просто их назвать теми художниками, которые обосновали такого рода искусство, как дизайн. Хотя экспонатов немного, но они представляют разные виды искусства декоративно-прикладного. Здесь есть и мебель, здесь есть гобелены, витражи. Основателями этого направления были Берн Джонс и художник Моррис. Но я думаю, что, может быть, самое интересное на выставке – это все-таки произведение Берн Джонса вот в этом разделе. Берн Джонс – это особая фигура, потому что он представитель уже поздних прерафаэлитов. И очень во многом он уже связан с произведениями следующего поколения художников, работавших на рубеже 19 и 20 столетия. Но в то же время он считается прерафаэлитом, потому что стилистически он очень близок к этому направлению. И он единственный из прерафаэлитов, который пользовался очень большой славой и популярностью и на континенте еще при жизни. И в течение очень долгого времени прерафаэлиты у европейцев и даже в России ассоциировались прежде всего с Берн Джонсом, потому что еще в начале 20 века в «Мире искусства» была опубликована большая статья, посвященная именно творчеству Берн Джонса.
как и прерафаэлиты, он тоже обращается к мифологическим сюжетам, к литературным. Но его работы – это уже не жанровые иллюстрации. Это такие мифические аллюзии. Очень часто он дает свою собственную интерпретацию сюжетов. И его образы – это уже следствие победы эстетизма в британской живописи. Их не хочется привязывать к какой-то конкретной главе романа, к какой-то части пьесы. Они существуют совершенно отдельно, как самостоятельная такая эстетическая категория, как самостоятельный эстетический объект. И самое масштабное произведение его, живописное, представленное на выставке, это одна из самых его поздних работ «Любовь, ведущая пилигрима». Это иллюстрация к известнейшему произведению романа о Розе, или «Гений любви», который ведет пилигримы через тернии к заветной цели. Этот образ уже не очень ассоциируется с искусством романтизма, о чем это мы говорили раньше. Это символизм, да. Конечно. И вот прерафаэлиты таким образом постепенно в живописи стали таким мостом между романтической живописью и искусством символизма, основным направлением, а потом и искусством, которое мы называем модерн, а в Англии он существует, в Британии, как ар-нуво, такой ключевой европейский стиль рубежа столетий. Но вот у нас Берн Джонс хорошо представлен и другого вида примерами прикладного искусства. Ведь он даже фирму такую они с Моррисом имели. Да, но основатель фирмы был Моррис. Да. И на самом деле это как бы такая побочная ветвь развития прерафаэлизма. Это движение искусства ремесел. Это совершенно крупнейшее и самостоятельное течение в прикладном искусстве. Но мы сочли для себя необходимым показать некоторые образцы их деятельности, чтобы представить себе, во что вылилось, в частности, искусство прерафаэлитов. Да, но все-таки источник – это интерес к средневековому ремесленничеству. Да? И даже на картине «Прекрасная Изольда» Морриса, они там представлены совсем юные еще. Джейн Моррис, когда она еще не была женой Морриса, а была Джейн Бёрден, она окружена всевозможными аксессуарами. И видно, что интересы Морриса, они смещаются в сторону прикладного искусства. И у нас есть несколько действительно совершенно замечательных примеров. Это витражи, потому что Моррис, он не только основал фирму, он пытался воспроизвести технику, технологию средневековья. И прежде чем запустить какой-то процесс, будь то книгопечатывание, изготовление витражей или набивные ткани, он много месяцев искал сам, как это делалось вручную. Он осваивал сам, прежде всего, каждую технологию и уже потом создавал такую рабочую группу, которая помогала ему осуществлять эти идеи. У нас есть огромная шпалера «Поклонение волхвов». Эта шпалера сделана по рисункам, по дизайну Берн Джонса. Шпалера эта была создана всего в 10 экземплярах. И эта шпалера отличается не только этим дизайном, декоративным решением, но еще и очень яркими, насыщенными цветами, которые заставляют нас вспомнить о витражах. Этот раздел, мне кажется, очень интересным, и, главное, он оказался перспективным все-таки. Да? Безусловно, тем более, что некоторые идеи Морриса и Берн Джонса, они вполне актуальны в наши дни. В наши дни. Как не изолирована была эта островная, да, культура Великобритании, но, тем не менее, все-таки резонансы, резонансные какие-то явления, они имели место. И, в частности, мне кажется, что их наследие известную роль сыграло и для нашей страны, для России. И вот, скажем, такие художники, как Крамской, как Поленов, как Нестеров, наверное, вот мы ощущаем в них что-то, ну, во всяком случае, близкое тому, что делали прерафаэлиты. К концу 19-го столетия в России начали очень интересоваться прерафаэлитами. Издавали труды Резкина, писали статьи, целые исторические очерки о существовании этого братства. Но при этом их картины практически были неизвестны, но их идеи были очень важны. И вот Синестерова, даже Дягилев и известные критики просто называли русским прерафаэлитом. Его идея обращения, с одной стороны, к
религиозной живописи, к евангельским сюжетам, и в то же время обновление этой традиции. Кроме всего прочего, перед тем, как заниматься такими монументальными росписями, это важно, Нестеров ездил в Италию, где он тоже целенаправленно знакомился с образцами ранней итальянской живописи. То есть это, конечно, очень ставит его близко, некоторые его художественные решения очень близки работам прерафаэлитов. Я думаю, что вот такие выставки, как выставка прерафаэлитов, они поднимают общий интерес к искусству Великобритании, который, можно сказать, все-таки на сегодня еще недостаточно оценено. И, ну, если все, так сказать, отдают должное искусству Англии 18-го столетия, портрету, пейзажу там и другим направлениям, то 19 век, может быть, недостаточно даже изучен, не говоря уже и о 20 веке, особенно о его первой половине, в которой есть очень много интереснейших художников и явлений. Появление такой выставки, которая с энтузиазмом воспринята нашей публикой, ну, само по себе явление достаточно знаковое, я бы сказала, для сегодняшнего дня развития художественной культуры.